Так называемый день тишины. Да, очередной день тишины. Очередной. Или не очередной. Ну же правильно говорят, что ключ к аэропорту в Авдеевке. Да. В Песке. Авдеевка, Песк. Как думаешь, они отдадут Авдеевку? Я не знаю насчет Авдеевки. А Пески они должны же отдать. Ну, они должны Авдеевку отдать. Если они отведут, как положено, на 15 километров дальнобойную артиллерию, они не смогут стрелять туда по району аэропорта и прилегающему жилому сектору. Вот смотри, вот так вот, видишь, по руке моей? Да. Вот там лес, деревья. Ну, да. Оттуда хуба. Видел? Вот спесок, вот разрыв на асфальте. Вот это мина 120-миллиметровая и спесок. Это все спесок. Они спокойно здесь обрабатывают. Это вот район аэропорта, ближайшая территория. В понедельник около полудня украинские силовики предприняли попытку отбить терминал аэропорта, в котором сейчас находятся силы ополчения. Уже привыкли? Да, привыкли. Ваша квартира сейчас цела? Да, пока цела. Сейчас дело, сейчас пойду. Родственники, все нормально? Да. Здесь никого нет. Вы одна здесь? А вы до пенсии где работали? Здесь? Да, в аэропорту отработала 25 лет. Жалко аэропорт? Конечно. Какой красивый был, да? Да, но мы еще в старом отработали, а сейчас-то новый уже. Давай быстрее, молодой. Ребят, помогай! За мной! Эти больные! Эти намет, доставайте! Между блинками ебать! Ложите между новым старым терминалом! Тут обстрел будет, сиди! Вон его, выстави, посмотри его! Шайтан, где Шайтан? Здесь! Куда? Что? Брат, осколок, езжай, доставай! На мой сюда не идет! Заходи. Заходи. Все, маленько. Эй, Макс, успокойся, там все нормально. Там вроде бы все. Ужас, когда это закончится, просто невозможно.